Мэн Супер Бакет Филмс представляет. Давайте представлю наших главных героев. Вот, собственно, парень КамАЗ. КамАЗ. Он бармен и основатель этого отеля «Камчатка». Место, где каждому рады. Независимо от его ориентации. Первым к КамАЗу переехал его отец Брок. Они засеяли картошку. Брок. Полицейский на пенсии. Оптимистичный гомосексуалист. Приехал сюда любовником. Собственно, Хью, возлюбленный Брока. Хью Эйнус. Невероятно красивый... Они... Пидорасы или просто красивые. Свихнувшийся инженер. Гомосексуал. Блять. Итак, привет, мои фрики и фрикадельки. Значит, наш свихнувшийся думер сейчас расследует монолит. Монолит. Хьюдж Анус. Не имею воспоминания о письме, которое все еще слегка влажное от пота его трудов. Это ужасная книга. Наполнена странным и чужеземным языком, который не совсем понятен. В зловещих схемах ритуальных жертвоприношений и заклинаний в томе, которых некоторых колонистов тревожил ее оккультный характер, тогда как другие предложили создать правильный исследовательский центр для дальнейшего изучения секретов, находящихся внутри. Эти ребята у нас будут организовывать свой храм. Фантазер. Значит, в нашем психотриллере участвуют трое. И они втроем, значит, живут в пустыне, в этом отеле. Прям что там будет? Про то, как правильно приготовить. Похоже, что этот надолго. Брок и нас предлагает. Брок предлагает дать имя фракции. Как ее назвать? Это будет Камчатка. Камчатка. Very nice, very good. КамАЗ должен стать Дарклордом. Да, надо ему сделать плащ, правильно. Оп! Рад всех поприветствовать на просмотре пилотной серии. Поскольку формат такой для многих видеть впервые, послушайте мой приятный голос, и я объясню все, что вы увидите. Это перезалив пилотной серии, прошу вас, не обращайте внимания на черно-белый фон. Отель «Камчатка» — это веб-сериал, где все декорации и актеров заменяет RimWorld, симулятор жизни космических колонистов. С помощью модов и воображения я покажу вам историю жизни и отношения главных героев. А еще, вот вам маленький дисклеймер, желаю приятного просмотра. Го! Так мы переходим, собственно, к владельцу нашего веселого оккультного отеля, КамАЗу. Это Юджин Гейлорд, или наш... Я прославлю свое камевство. КамАЗ. Талантливый архитектор. Нет, мозг я. Архитектор. Добрый, трудолюбивый, в общем, няша. Вот, спит в лаборатории. У них есть стол, посвященный их любви. Вот этих вот двух набожного солдата и мясника, сошедшего с ума, который недавно еще какую-то книгу странную написал. Есть стол, на котором... Есть декоративный рисунок, как изображающий Хью, Эйнус ведет Брок, НАСА за руку к кровати между одеял, и Хью посылает воздушный поцелуй Броку в качестве места, где происходит сцена. Выступает Мегаполис. Работа раскрывает тему анархии. Это отсылает к тому, как они становятся любовниками. Собственно, переехали в отель сына КамАЗа и сразу же начали, короче, тут шашни крутить. Ну, неплохо.
Под утро ребята еще раз решили заняться любовью. Вот такие они, блин, страстные любовники, короче, прям 28 и 38-летние, блин, мужчины. Или 30, там, 40-летние мужчины. Культ начал формироваться в вашей колонии. КамАЗ. КамАЗ. Считает, что ты должен дать этому культу имя. Храм. Жарево. Родительно. Искренний разговор о письмах. Или о чем? О законах. Они говорят еще с проуки на самоте. Нихуя какая. Игуана. Броука. Тварь. Ты должен отбиться. Оглушают игуана. Спасти игуана или на это, блин, вообще-то еда. Что-то еще есть, кстати, на карте? Нет. Нет. Игуана это, значит, для ближайшая еда. Шавуха! Шавуха! Ты на жрал, гов***. Ты что, дурак, придурок. What is that? Йоркширские терьеры прибиваются к постели. Шавуха! Шавуха! Самая вкусная в мире шаурма. С китайским Новым годом. Внимание, как себя чувствует Хью, короче, в нашей морозилке, читая странную книгу. Он говорит, я отключился, я не помню, после чего я побежал пальцами по книге, я почувствовал, это называют мое имя, я схожу с ума. Съел сырую пищу какого-то хера. Еще должен уйти отсюда. Ну да, сплошное собачье мясо. Холодно, темно. Но при этом очень комфортно, и он работает с энтузиазмом. Он такой, ну в целом-то похер, так весело. Hey, первые, кто на нас напали, это пираты. Пиратики. О, благодаря ним мы нашли еще железо. Железочка. Железная. Да, это была барменша из противоположной фракции. Он просто избил ее. Женщина. Ну, нахер. Это ж двумя ударами не добивает, тремя ударами не добивает, четырьмя ударами. Necesito un poco más fuerte, señor. Ты... Чё за... Да... Ухмыляется. Повреждает торс и грудная клетка. Отточенно разбивает правая рука. Тыкает череп, размазывая левая нога и повреждает торс. А теперь иди поешь, правильно. Иди поешь. Все хорошо у тебя, иди поешь. Я увидел игуану на карте. Игуана, игуана, игуана. Мясо, мясо, игуана. Шавуха, шавуха. Мы посреди... Нихуя. Пустынище. Пустынище. А внутри игуана. Игуана. Еще один налет. Пацаны, это стрелок, еще один стрелок, еще один стрелок и чувак с ножом. О, женщина с ненавистью к женщинам. Внутренний, наверное, мужчина. Мужчина невероятно красивый, молодой, почему-то лысый. Ну нахер. Они идут на штурм. Они сами идут. Последнее, что она ощущала, была боль. КамАЗ режет Сая при помощи лезвия нож, поражая ее правое ухо, голова и челюсть. Прям пробил, да. Ага, и КамАЗ пал. Этого добили нахрен. Фатальным выстрелом. Выстрел в мозг был. То есть,
стрела из от Броука аннигилирует мозг Вассала на куски. Пьюджи сейчас будет лечить Брокенас. Брокенас получил пиздец и теперь будет вылечен. Мегапауки мигрируют. Вот такая вот хрень. Это нифига не рядом с поселением, это прямо через. Хотя это мясо. Шавуха. Это мясо. Шавуха. КамАЗ получил. Сваливайте дальше, ребята. Разведчица по имени Джао падает в транспорт. Ну, это женщина. Ну, нахер. Вот, и первую нашу проповедь проведем сейчас. Let's go! Камчатка собирается для проповеди. Let's go! Это храмик теперь. Канделябрышный такой. Сверху розовенький. Вот посмотрите. Так, начинается стрипла про опасности куал. Страшные медведи. Медведи ебаные, расстрелять их. Это, кстати, жопа. Вот это, кстати, жопа там. А, блин, это что, я перепугался. В смысле? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да, ктолхи. Моемся ктолхам. Хорошо. В следующей серии ритуальный кинжал у КамАЗа. Nice. Damn, boy. Вот так-то прирезал кого-то на алтаре. Жертва была охотно получена. Теперь все остальные колонисты хавают. Персонажи хуй, че их еще встретить? Хуй знает, ну... Уверен, с ними случится какая-то жесть. Прошло всего 3 дня. Смотрите, не пропустите новые серии, новые сериалы.